дорогу. Йоу. Йоу. Как? Давайте, молодец. Я ушел, Настя, спасибо. В общем, я тормознул, Толик в меня въехал. Но мы на верном пути, нам вот туда и уже совсем чуть-чуть останется. Ну что, погнали, бать. Поехали через траву туда. Вот и дёрг. Мы умрём. Заебись, как классно. Какая у вас разная реакция. Не стол шара. Как тут круто. Жесть. Мы первые дёрты. Ну, пацаны, начинаем вот с этого, посередине. Охуенно. Как ты догадался? А хули так круто? Ну, отсюда это не выглядит так страшно. Я не зря тренировался на кату. Тебе так скажу. Привет, друзья. Ты ржешь, блядь. Отсюда это страшно не выглядит. Ты, блядь, вообще зажрался. Мы на дёртах. Ебать. Ну прыгни себе, блядь. Не, просто смотри, отсюда вот он кажется маленьким из-за того, что тот коврик натянут сюда. Да. И типа, ну, лететь но, мало. Но опять же, преимущество то, что типа есть подстолок. Это хорошо. Да. А нам откуда начинать? Ну, нам логично начать, наверное, с маленькой линии. Не, а в плане, а где она? Смотри, получается, вот идут маленькие прыжки. Ну, вот здесь чуваки более-менее стоят, адекватно. Там и надо. Все, ну, сейчас пойдем туда. Погнали? Да, дрейфи там. На раскаточку. Я от турика подожду, наверное. Я прокачусь просто. Ну ладно, я тоже. Так, ну. Сложно. Надо скорости. А, блин, у меня на первый, я первый перелетел с концом вообще просто. Это получилось слишком много скорости. А куда он? А, он на парк глянуть. Парк бомбезный. Никогда не катал в парке. Сразу пойдешь в парк? Когда вы накатаетесь, вы дёрнете. Ладно, я пойду раскатаюсь дальше. Ну, короче, Толян в парке раскатывает, вот там вот. Парк? Вдалеке. Я пока что эти мелкие прыгаю, Турик тоже учится. Я в скором времени хочу пойти на большие, потому что... Ну, смотрите. Первый, он не сложный технически, он просто стрёмный. Второй тоже легкий. А вот дальше уже... Дальше надо себя перебарывать. Типа скорости тебе хватит, да, но реально стрёмно. А, чуть-чуть кривенько. Да-да-да. Я не знаю, извини мне. Ну, Толян третий чуть-чуть задевает задним еще.
Не. И давай последний, потому что сейчас уже можно засчитать, как задолет все. Ну, почти, почти. Почему? Все чисто было? Самой писечкой задел. Бля. Было чище у тебя, я видел. Я думал, я все чисто взял. Ну что, Дима? It's time to rock and roll, guys. Погнали. Чуть-чуть цепанул третий, но вот реально самую писечку опять. Да, потому что я второй криво приземлил. Да? Да. Не понимаю, как у тебя скорости оттуда хватает, ну ладно. Мне реально там скорости писец не хватает. Мне тоже не хватало, потом второе дыхание открылось. Откуда? Не. Есть. И есть. Я тоже. Ага, хорошо. Хорошо. Это мне нравится. Оно не кажется сложным. Пацанчик тоже еще не летал эти. Сейчас готовится. Без скорости хватит, надо просто съехать. Да-да-да, я вот сейчас съехал, я понял. А сложно съезжать? Сначала в бокс едешь и легко станет. Фух. Там же вылет пологий. Вверх не кидает. Ну все, погоди. Подожди. Фух. Да будь что будет, похер. У-ху! Хорошо. Да подожди, это криво, теперь надо ровно. Спасибо. Пацанчик вслед за мной тоже первый раз прыгнул. Вообще красава. Подожди, Дим, а ты тормозил, когда ехал? Нет, конечно. Нет, вот здесь вот. Вот. Нет. Да. Давай. О. Лава. Лапс. О, лапс. Короче, Толик упал, он, получается, съехал один раз в бок, как я, потом прыгнул и вот сюда приземлил на переднее, его перевернуло. Все обошлось, Толик цел, просто испугался, фулфейс его спас. И он сказал, что будет еще раз прыгать. О, очень страшно было, очень жестко. Че, Дима? It's time to rock and roll, guys. Я убрался, надеюсь, Дима не уберется. О, на чилике. Чуть-чуть не долетел, но все взял. Красава. Криво, но пока берусь. Нормально. Фу, все, ребят, надо будет туда к вам вернуться, тогда, когда ровно долечу. И, может, уже дальше пойду.
Ну, рейс BMX есть рейс BMX, они вообще лютые ребята. Короче, я разлетал мелкие дёрты на бэме, пока Толик на моем велике катался. Потом Толик собрался, все-таки прыгнул вот эту штуку ровно и вторую. Я сейчас тоже хорошо пролетел, поэтому на камеру уже полетим. Толян, красавчик, еще раз давай. Я, в принципе, тоже молодец. Да, господи, блин, ты вообще охерел. Надо идти дальше. Ля, вот этот спайн, он странный. Как бы на него скорости не надо. Ты его как бы проезжаешь. Сначала. И с него... Сначала проезжаешь, а потом... Но его почти не надо прыгать. Нет, то есть в чем прикол? Его нужно, получается, вылететь очень мягко. И есть два варианта. Либо ты его заваливаешь, типа делаешь небольшой такой скраб и хорошо вкатываешь. Либо ты очень аккуратно вимпом его берешь. Других вариантов типа нет. Вимпом, просто да. Баником его сделать нереально, ты в мануале уедешь. И... Тот рейсер его иногда просто проезжал. Вот и в чем прикол? После него ты должен втопить как черт, чтобы прыгнуть вот тот огромный разрывной. Твою налево, это страшно. Я пока эти не прыгну, я туда... Че, если мне набраться смелости вот тот полететь, который... Спайн? Слева, а, слева от спайна. Ох, пизда, он большой. Нет. Тот больше, есть на него разгон дикий надо, здесь у тебя скорости хватает. Но выше, ты видишь, этот вот так, тот вот так вот. Тут разница как бы есть. Ну ладно, посмотрим. Так. Ну давай. Ля, поехал в мануале. Ну слушайте, наверное, этот можно взять со спайна, если подкрутить хорошечно. Нормально. Ну-ка, а если который справа, ну? Я говорил, что там дикий мануал. Ты уехал? Да, я уехал. Машина. Я в мануале съехал чуть-чуть. Я видел, как ты прям реально почти в мануале его. Ну это очень неудобная херня, он мне не нравится. Фу, блядь, какой. Он дико неудобный. Посмотри, здесь идеально вертикаль, а дальше пологий очень съезд. А вот этот тоже вертикально кидает, я его тоже не хочу. Ой, не надо, братан. Он мне не нравится. Но, знаешь, в чем прикол? В Сиглде-то все вертикальное, блядь. Бля, ну ты ёбнул, как ты там что-то прыгнешь? Я постараюсь. Короче, обстановка накаляется. Я первые два спокойно летаю, спайн несложный, его просто проехать надо. А вот дальше, вот эту мясу, надо прям прыгнуть. Давай! Надо просто скорости набраться, смелости, и он как бы прыгнет спокойно. Теперь Толясик мелкий пошел. Взял. Взял, хорошо взял. Молодец, хорошо было. Вот это было тараканчик. Во, отлично. А всегда я тараканом попробую, мне аж интересно стало. Есть, короче, техника, по которой я буду рассказывать это через год, когда сам буду кататься нормально. Типа, в следующем году я планирую начать курс некоторых обучалок, типа, как оно, что, куда. Как-то так. Давайте вообще походим, посмотрим, значит, что у нас здесь есть дальше первых нескольких прыжков. Оля, подсолнух растет. И крапива, сук. Ясно, я здесь поднимусь. Значит, вот этот конченый спайн, да? Не, по факту его можно прыгнуть, но он все равно кинет куда-то сюда, и это будет неприятно. Сюда ты берешь хороший разгон, чтобы вот тупо лететь. Окей, это в целом несложно, она не такая дикая. Здесь... Очень вертикальный и высокий вылет. Лететь долго, и тут, ну, блин, это мне не по зубам. И завтра, я думаю, я на Саревах тоже не смогу. Вы увидите этот видос через один. О. Там должно быть прям дико страшно. И я не знаю, осмелюсь ли я. Там по факту нужно просто взять и... Очень сложно. Посмотрим. Зато будет кого поснимать. Сам я там на памп-треке 100% покатаюсь и что-то раскатаю. Напоминаю, подсолнух. Ну вот, а отсюда дальше идет большой такой хороший приемчик. В несложный степ-ап.
Тут прям не сильно вертикальный вылет, но лететь очень далеко. И здесь ты приземляешься, получается, сюдык. Бля, что там? Ну вот, и здесь нехилый такой вылет. Я не знаю, если я прыгну вот там вот всю линию, то, наверное, и вот ту можно будет попробовать. Но это что-то очень стрёмно. Но опять-таки, здесь не вертикаль, поэтому мне лично не так стрёмно будет. Лететь здесь далеко, конечно, но опять-таки не так сложно, как могло бы быть. Приземлил. Поехал дальше. Вроде бы скорости тоже хватает, скорее всего. И сюда ты вылетаешь прям в хороший такой дёрт большой. И после этого дёрта... Воу. Достаточно большой вертикальный вылет, я так понимаю. Ну, почти вертикальный. Чуть-чуть ему не хватает. И либо в бок уезжаешь. Ну, это сложно прыгнуть, я так не умею. Либо сюда в огромный призём. Чёрт возьми. Здесь сбоку еще что-то лютое настроили. Но это, я так понимаю, уже давно никто не катает. Интересно, почему? Здесь. А, здесь просто вертикальные вылеты, поэтому это стрёмно, сложно и мало кто катает. Вот здесь вон такой стол, который, естественно, прыгать не надо. Хотя было бы прикольно, было бы реально прикольно. А, здесь степапчик такой небольшой. Ну, это можно проехать, на самом деле. Окей, приземлил на стол. Разогнался и пошел вот в тот вылет. Надо будет попробовать, может, со стола просто съехать в тот вылет. А что за норка? От дождя инструменты прятали или себя? Бля, прикол. Здесь, походу, спать можно. Ладно, здесь, наверное, инструменты были. А тут что? Нехилый такой домик. Я знаю, что вам очень плохо что-то видно. А, нет, камера нормально справляется. Ну, ладно. Интересное, странное место. О, надо вот на эти осмелиться пойти, реально. В принципе, если их прыгну, можно будет и посложнее линии брать. Сейчас 3 часа дня. Я укатался еще не в смерть. Силы остались. Я думаю, можно будет что-нибудь попробовать. Приехал снова тут рейсер, который тут все прыгает. Вот это в натуре прям интересно. Для того, чтобы завтра хорошо выступить, я тебе сейчас предлагаю чуть-чуть мотовипу потренировать на маленьком. В чем прикол? Не факт, что я там вообще смогу что-то прыгнуть. Потому что там будут такие. Нет, там будут вот как там, возле спайна. Вертикаль, далекая. Ну типа далеко лететь, разрывной и с вертикального вылета. Ну тогда, может быть, мы там просто как поснимаем, типа? Возможно, не знаю, может, я сегодня осмелюсь что-то прыгнуть хорошее. А может, завтра у меня откроется второе дыхание. Мы сюда, по факту, приехали подготовиться к тем соревам. Не знаю, как оно пойдет. Блин, я только катать начал. Передай ему, что я пока раскатаюсь. Он что-то сделал, поверь, оно быстренько все. Так, неожиданное включение из парка. Толян хочет фанбокс. Я так полагаю, вот этот фанбокс за столбом, который. А может тот. Какой бы он ни прыгнул, он молодец, потому что эти фаны не такие простые, как хотелось бы. Не долетел. Ладно, чтобы вам нормально было видно, я встану сюда куда-нибудь. Иначе получается говно, а не кадр. Красиво. Что-то у Толяна пошло не так. Давай быстрее, я нашел в себе силы прыгать. Ну, почти. Они мешают. Все, Толян, я пошел? Да. Дима, на прошке 7%. Сколько говоришь? 7. 7? Снимаешь? Да. Ребят,
Я примерился. Физически я могу. Морально слишком сложно. Я сегодня раскатался уже очень сильно. Я знаю, что я усталый. И... засними, пожалуйста, эти два, и на сегодня мне хватит. Да, вот эти. Ну, подожди. Что по мне, я прыгнул, я убрался, но я не знаю, каким хреном я потом собрался. Прыгнул вот этот большой. Прыгнул вот этот сейчас, второй, тоже нормально долетел. Попробую прыгать спайн, и я думаю, на сегодня я закончу, потому что завтра важный день для нас с Димой. Попробуем принять участие в одном джеме. Я уже рассказывал. Так что думаю, оттуда видос будет просто огонь.